В этом году на играх будет представлено 22 вида спорта, аккредитованных Министерством спорта России. Кёкусинкай, тэквондо, спортивная борьба, тайский бокс, кикбоксинг и другие. Игры позволяют проверить начинающим спортсменам свои силы и выявить самых перспективных из них для формирования и дальнейшей подготовки сборных команд для участия во всероссийских и международных соревнованиях.